Всем привет! Сегодня 3 октября 2020, 2022 года, Измайловский парк. Пытаемся найти в лесу наших майора Белкина. Где-то должен быть. Я думаю, мы с майором потолкуем. Ну, это тот самый пруд. Здесь когда-то сидел сержант Гульконосиков. А здесь где-то был помет, сами знаете кого. А сейчас нет сержанта, улетел куда-то. Либо прячется. Ну, наверное, прячется. Майор Белкин замечен вот там. Бежит в сторону дороги. Не надо, нельзя дать майору уйти. Я его найду и покормлю. Так выглядит Измайловский парк, если чуть внутрь уйти. Майора Белкина нигде не видно. Но я только напал на его след, видел, что он там перебегает куда-то, но догнать не успел. Просто 20 секунд Измайловского парка. Шум города слышен, но и шум легкого дождя тоже. И еще 20 секунд. Здесь деревья прорезаются, ну или кусты, я уж точно не знаю. И, ну, это никто их не сажал. Листья кленовые. Но их много. И где-то там, на этих деревьях, прыгает с ветки на ветку, наверное, майор Белкин. Сегодня я только видел его пушистый хвост. Он куда-то спешил. Я не стал его догонять. Но завтра, послезавтра майор Белкин будет накормлен. А пока орешек отправляется на переработку в мой желудок. Ну или куда-то.